And we still have приветствие. Наши братья и сестры приготовили greetings and прославление, песню. Some song, да. Some songs. И они сейчас выйдут и споют. They will come and sing now.
Thank you very much. Большое спасибо. Мне особенно второе понравилось, такое чуть-чуть хулиганский. Мне кажется, про рыбалку там что-то было. А? Я не прочитал. Иди сюда, Шло. Pastor Slavik is saying that the second song he liked the most because it reminded him about the fishing. But he didn't see the words. The words were there. It's not about the fishing. Хорошо. И у нас тоже немножко подготовили брат Данил, да, подготовил. Сейчас мы потушим свет. We also have some video to show. И я еще хотел поблагодарить. Вообще для нас это была такая неожиданность, приятная. Если вы заметили, у нас очень сильно улучшилось изображение вот на проекторе. Нам просто братья привезли вот новую, вот этот фильмоскоп, я его называю. Also we had another good surprise. We have a new projector from our friends, and you can see how clearly it shows the words. Наш уже серьезно так подизносился. Because ours was already getting old. Но я ничего не говорил вообще. Для меня самого это был сюрприз. Знаете, вот Бог действительно знает. For me it was a surprise. God knows. Мы готовились к программе, как бы не было никаких там. Спросили, у вас есть? Я говорю, да, у нас есть, как бы все нормально. И вдруг после программы вот подошел брат и говорит, возьми, пожалуйста, для вашей общины. Program, one brother came and said, we want to give it to you. И почему это от Бога? У нас мы очень часто смотрим, вы знаете, да, вот у нас служения такие есть, ролики готовят. Why is it from God? Because many times we watch this kind of videos that we will watch. Мы не только для текстов пользуемся, поэтому. Thank you very much. It was right on time.